Гулять пойдем? Гулять пойдем? Что ты сказала? Есть три распространенные вещи, которые не стоит делать с вашей собакой. Например, когда вы идете гулять на улицу, вы возбуждаете ее словами «гулять, гулять, гулять, гулять», а потом удивляетесь, почему собака вас не слушает и перевозбужденно и тянет. Веселье начинается с дома. Эмки, Моньки. Гулять пойдем? Кто идет гулять? Собаки идут гулять. Все, мы уже на природе. Сегодня 7 сентября 2022 год. Паспортные данные чьи-то. Сегодня на Эмке я сняла двух клещей. Мы постоянно им даем таблеточки 3 в 1 от клещей, блох и еще чего-то забыла. От клещей, блох и глистов вот таблетка дали. Эми и Моника, ко мне. Кто это ко мне бежит? Моника, ко мне. Ко мне. Сашка, ждете вкусняшек? Вкусняшек ждете, да? Хвостики. Но Эмки более смелее. Мы переходим. Переходите. Расслабляющая пробежка.